Уже осенью пройдут выборы депутатов в Московскую областную думу и Госдуму. Так, 30 мая проходит очное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». В городском округе Щелково с 8 утра и до 8 вечера работают избирательные участки. Один из них располагается в школе номер 17 микрорайона Богородский. Сделать свой выбор пришел и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Павел Жуков. Сегодня все, кто не проголосовал электронно, может сделать это вживую. Пришел на свой избирательный участок, отдал голос, чтобы определить достойных кандидатов в Московскую областную думу и Государственную думу. Мы не должны ругать власть, да, мы должны выбирать именно достойных кандидатов, в которых будем сами уверены. В предварительном голосовании можно было поддержать любое количество кандидатов, поставив галочку возле имени в бланке. Также все желающие могут проголосовать на электронной площадке pger.ru. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.